Всем привет, ребят, с вами мистер Ванька, и сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас видеоролик посвящен открытию контейнеров. Как вы знаете, у нас были всякие челленджи, шмеллинджи, всякие особые миссии, плюс еще день танкиста и голдовые ивенты. Я поднакопил довольно неплохое количество контейнеров, и сегодня вместе с вами мы их откроем. Если вам нравится подобного рода контент, если вам нравятся подобного рода видеоролики, то мы вместе с вами открываем контейнеры, которые нам не выдают, а мы их сами зарабатываем, то обязательно не забывайте поддерживать данный видеоролик лайком. Это очень, как по мне, важный момент. Сегодня я не буду говорить, что мне там нужны какие-то устройства, да, знаете, там какие-то там супер предметы, там краски или еще что-то. Сегодня я банально и просто скажу, что мне нужны с этих контейнеров как можно больше кристаллов. Вы видите, что у меня осталось всего лишь 587 тысяч кредит. Это значит то, что кристаллов в скором времени вообще не будет. Кто не знает, кто не следит, то я сейчас прокачиваю дроны. И по сути в течение там пары-тройки недели, я думаю, что у меня кристаллов уже не останется. Соответственно, мне нужно, чтобы выпало с этих контейнеров как можно таки больше. Потому что, чтобы прокачать 8, если я не ошибаюсь, именно столько дронов я прямо сейчас качаю, чтобы прокачать до конца 8 дронов, мне еще на все это дело потребуется порядка где-то 2, может даже 3 миллионов кристаллов. Поэтому, друзья, кристаллы очень нужны, и я надеюсь на то, что сегодня они мне дропнут. Открывать, как всегда, я буду контейнеры по одному, экспериментировать я не буду. В последние разы мне жестко не везло с ультракантами, надеюсь, хоть здесь мне будут падать кристаллы, и я останусь доволен тем, что я их набью и выбью. Запоминаем число в виде 587, почти 588 тысяч кристаллов, и начинаем открытие. Надеемся на то, что сегодня мы плюсанем хотя бы 200. Но вот если я 200 плюсану, первая десяточка уже вылетела, то будет вообще очень даже прекрасно. Если фиолетовым там еще соточка может дропнет какая-то. Ну, на лям-то я, конечно, не надеюсь, потому что ляма-то 100% у нас не будет. Но вот если красивые соточки попадают, я буду безумно доволен. Оп, может быть это... Нет, не соточка. Это иммунитет от поджога на Хантер. Нифига себе. Но, друзья, что я могу сказать по этому поводу? Я всегда, вот всегда, вот кто, ну ладно, пока не буду говорить, но так всегда работает. Мне на кристаллы будет падать сейчас эти устройства. Хотя я реально, это очень хорошее, это крутое устройство. Вот я серьезно вам говорю, это крутое устройство, которое мне будет даже полезно, потому что это иммунитет на Хантер. На Хантер, иммунитет от поджога. У меня есть иммунитет от заморозки на Хантер, теперь у меня есть иммунитет от поджога на Хантер. Это крутое устройство, которое мне будет нужно в ББП боях, но сегодня... Повторюсь, я пришел за кристаллами. Открываю седьмой контейнер и уже выбил фиолетовым свечением устройства. Это очень достойно. Я, честно говоря, уже соскучился по хорошим контейнерам, по хорошим дропам из этих контейнеров, потому что мне в последнее время, ну, такую дичь сыпет. Это просто жесть. Я там, ну, могу делать только видосы, знаете, по типу «мне ничего не упало», там «выпала пустота», «выпала еще какая-то шляпа». То есть, ну, ничего годного я вообще не вижу. И это, конечно, очень-очень-очень-очень печально. Но сегодня, я думаю, что все очень сильно поменяется. И я буду доволен тем, что я уже, друзья, как минимум, сорокетик отсюда вытащил. И это только с порядка 20 контейнеров. Это очень хорошо, да, то есть контейнеров. Оп, 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 это не сотка. Иммунитет от Эмми, то есть это от отключения расходки от Гаусса, я так понимаю, да, и от Хантера, да, то есть расходка не будет падать, хоть и корпус будет стопиться. Но не сказать, что мне он нужен, этот Эмми. Ну, для викинга, в принципе, может быть, где-то пригодится, может быть, но я не уверен. Но я не уверен, но может быть пригодится. Пусть будет, пусть будет, пусть будет. Больше не упадет, и это хорошо. 3,5 тысячи кристаллов, тоже неплохо. 125 двойной защиты, ну, такое себе. Двойной урончик. Нарки я, друзья, тоже прикупил. Спросите вы меня, куда я потратил кристалл. Нарк покупал дроны. Ой, дроны, МПК шел дроны, и поэтому кристаллов осталось не такое большое количество, но я как бы дроны не собираюсь там все ускорять и быстро как-то выкачивать, я все-таки не имею порядка 10 миллионов кристаллов хотя бы, да, в своем арсенале, но я имею так не такое большое количество, поэтому приходится потихонечку, но медленно, но верно как бы все прокачивать,
Это очень хорошо, что кристаллы падают, что фиолетовое свечение, облегченные конструкции, облегчение конструкции, вернее, если правильно почитать. На Хантер легкий Хантер дропает, но вы знаете мое отношение к таким устройствам и к легким корпусам, поэтому может быть еще. Иммунитет от Эми еще один, нифига себе, мне дропает, конечно, друзья. Ну так всегда, чаще всего так всегда и бывает, друзья, когда ты приходишь за кристаллами, тебе падают устройства. Приходишь за устройствами, тебе падают кристаллы. Но это дефолт танков. Поэтому я этому не удивлен. 3 дня према, это очень хорошо, потому что завтра премиум аккаунт уже заканчивается. Что здесь в синем? 25 кокри. Отлично, уже больше сотки плюсанули. Еще сотку плюсанул. Ой, сотку говорю, десяточку. Так, и остается у нас 14 контейнеров. Но пока все максимально радостно и прекрасно. Да, уже 100 где-то 30 тысяч прессанули мы крисиков. Хорошо. Может быть, до 200-очки дотянем, как я и хотел. С 57 контейнеров. Ну, количество контейнеров, конечно, я накопил большое. То есть, мне там и надропало, и плюс миссии всякие. Я сумел поднакопить неплохо. Надеюсь, что в следующий раз, когда мы с вами будем открывать контейнеры, я не буду открывать там какую-то 20-очку, а тоже буду открывать довольно большое количество. Потому что, как вы видите, вот с большого количества неплохо так нападало. Красиво, красиво. Ну и пятерка последняя осталась. Единички сегодня довольно неплохо дают. Хоть и под конец сейчас дропает довольно много белика. Но расстраиваться по этому поводу точно не стоит. Потому что, ну, 4 устройства с 57 контейнеров. Не каждый раз встретишь как минимум. А ко всему прочему, если еще учесть тот факт, что мне упало 130к, премочки 3 дня, 10 голдиков, то, в принципе, достойно. Достойно. Очень даже достойно. Я не знаю, как вам данное открытие, да? Но мне оно честно, честно, мне оно понравилось. Выбить 4 устройства с 57 контейнеров, когда ты даже не хотел их выбивать, это очень приятно и жестко. Иммунитет от поджога на Хантер — это одно из тех устройств, которое реально, как по мне, является очень неплохим. Плюс на Викинг у нас получается иммунитет от Эми. На Хантер мне дропнул еще легкий Хантер. Почему его здесь не показывается, я не понимаю. Он же на Хантер падал, да? Может быть, обновить на гараж? Может, баг какой-то случился? Вроде там на Хантер падал облегченочка. Облегченочка на Хантер падала. Да, вот оно. Облегченные конструкции, иммунитет от Эми. То есть у него упали на Хантер. Возможно, где-нибудь посмотрим, потестим облегченные конструкции. Облегчение конструкции, если вы захотите. То можем где-нибудь потестить, посмотреть, что будет вообще с Хантером, как он будет лететь. Этот М0 Хантер. С массой вообще нулевой. Будет интересно. Вот такое вот открытие у нас, друзья, получилось. Да. Сильно я затягивать, наверное, не буду. Если вам оно понравилось, как я уже сказал в начале видоса, мне будет очень приятно, если вы поддержите его. Если не подписаны на канал, подпишитесь. Медленно, но верно, идем к десяточке. Я честно, от души хочу до нее дойти как можно скорее. Поэтому, если вы вдруг не подписаны, если вам нравится то, что я делаю, подпишитесь, мне будет безумно приятно. Ну и не забывайте про колокольчик, это тоже очень важная вещь, которая, возможно, вам где-то поможет быстрее найти нужный видеоролик, да, который вы, например, ждете, а потом хоп и пропустили, а так колокольчик стоит, все знаете, плюс на стримчик сразу тоже у вас колокольчик приходит, и вы обо всем в курсе. Поэтому на колокольчик тоже нажимаем, ничего не забываем. Ну а с вами был мистер Ванька, друзья, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.